Мы гражданские журналисты, хотим с вами пообщаться. Есть возможность позвонить домой. Нас интересует история, кто вы, зачем вы сюда пришли, как ваша вы сюда история. Попали. Да, ваша история. Будете общаться? Да. Курите? Пьете? Иногда курю. Не, я спрашиваю, дать вам сигарету или не давать? Ну, если разрешите, можно. И что же я предлагаю? Мне делать нечего. Пепельницу держите. Час у нас 7. Домой звонить будете? Нет. Помните номер, как домой позвонить? У мамы просто сердце больное. Ты что, у мамы сердце выздоровеет, если она не будет знать, что с вами происходит? Может быть, маме легче будет знать, что с вами, чем не знать? Я не настаиваю, я просто спрашиваю. А? Не легче? Не хотите ни о чем сообщить? Они нам просто пишут, добиваются того, чтобы с вами поговорить, а вы сами с ними говорить не хотите, получается. Ну ладно, ничего страшного. Скажите, пожалуйста, ваше фамилия? Боргояков. Боргояков? Да, Боргояков. Имя? Константин Владимирович. Дата рождения? 17.02.1994. 94-й? Да. Сколько полных лет вам? 28. 28. Город рождения? Поселок Унь-Юган. Унь? Унь с твердым знаком. Унь-Юган. Унь-Юган. Октябрьский район. Тюменской области. Тюменская область. Это тоже где-то возле Японии, что ли? Не, это Сибирь. Сибирь. Как живете там? Все хорошо у вас? Я там только родился, я там не жил. А где жили? Республика Хакасия. Республика Хакасия. Как воинская часть ваша называется? Воинская часть 49-я пулеметная артиллерийская дивизия. О, полк. Угу. Звание, должность? Ефрейтор. И должность? Поставили гранатометчиком, когда поехал сюда. Что такое поставили? Ну, был туром в артиллерии, потом перевели в пехоту. Это нормально? Ну, это так можно делать? Ну, гранатометчиком поставили. Ну, я понял. Ну, понятно. Домой звонить будем? Не, матери звонить не буду. Не хотите, да и не будем. Так, передадите что-то, если захотите. Все, я понял. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию этого интервью? Да, даю. Чему вы с нами решили пообщаться? Ну, все пошли, я тоже пошел. Понял, нормально. В принципе, как и воевать, да? Нет, да, там просто так отправили. Ну, а как отправили, интересно? Приказы перекинули, перевели и отправили. Хотели идти? Не хотел так-то идти вообще. А знали, куда идете? Сказали, поедете в командировку, его перевели и все, полетели. За 2 дня доставили. Это какое число было? Я не помню, то ли 4-е, то ли какое, когда мы выдвинулись. А 9-го уже здесь были. 9-го числа вроде, этого месяца. 9-го числа этого месяца? Да, здесь приехали. Сколько же вы провоевали? Неделю, что ли? 10 дней? Неделю, наверное, где-то дней 6, наверное. Где вы находились? В лесу. В лес. Сначала в город Изюм привезли. Угу. Потом в лес закинули сразу же в этот же день. Ага. Дали патроны и в лес закинули. Так. В лесу были. Сколько у вас было человек? Рота была. Сколько человек? Примерно. 94-94. Это же не те же. Да, ну так одни и те же такие могут прошлые видео, и никто и не посмотрел. 94 человека. Выжило сколько? Ну вот, 9 человек. Этот говорит 9, прошлый говорил 11. Ну, а двое это не наши, они из другой части. А так 11, в общем. Просто прошлый говорил 94 человека, вы говорите сколько? 94 где-то было примерно. Примерно. Ну, я понял. Ну, ладно. Не, ну правильно он говорит. Да, 83 человека погибло, получается.
из тех, которые были с вами. Так получается. За что? Не за что получается. Просто... Не может такого быть. Что ни за что. Просто так кинули, отправили. Не, ну правильно. Но ведь кто-то же вас кинул, у кого такая-то цель была. Ну, отправили в лес окопаться, и там сидели в лесу. Правильно, это понятно. Это вы рассказываете и технические нюансы. А меня интересует в общем, ну вот зачем вас сюда кинули, как вы думаете? Выбрасывайте сигарету, возьмите еще одну, если хотите. Да, я сигарету вам дам. Все, давайте я спрячу эту банку, потому что... Для подписчиков подозрительно курение вредно для здоровья, мы не пропагандируем. Вынеси ее отсюда куда-нибудь. Какая, как вы думаете, цель у российской власти? Нам сказали, типа, это, типа, нацизм, или что нам сказали такое? Типа, или как-то... Нацизм. Да, Бандера, типа, освобождать, или что там, так сказали. От чего освобождать? Ну, типа, от этих, от нацистов, так сказали нам. Да. Отправили. Да. Много видели нацистов? Я не встречал еще. Да. И никто не встречал. Русский язык должны были защищать вы? Не понял. Ну, русский язык тут притесняли за русский язык, да, кого-то вам рассказывали. За русский язык что-то я не слышал, что говорили. Что русских притесняют, не слышали? А кто вам про нацизм рассказывал? Командиры говорили. А что ж тогда должны были делать эти нацисты? Обычно они вроде как русскоязычных притесняют. А в вашем случае что делали нацисты? Ну, типа, там, пытали, типа, там. Кого? Ну, типа, местный народ, типа, что-то такое. Местный народ кого? Ну, типа, там, как... Правильно сказать. Давайте правильно как-то скажем. Ну, освободить, типа. Да. Кого от чего? Нацистов, местное население, типа. Местное население от нацистов? Да, да. Что-то такое говорили вроде. Что-то такое. Давайте представим, как это должно было работать. Украинцы. Угу. Да? Украинцы. 40 миллионов населения страна, да? Вооруженные силы Украины, да? Угу. Вам тоже же рассказывали, что они вроде как за вас или нет? Чтобы я понимал. Нет. Не говорили, что они не будут воевать? А ну уже как бы в это время уже, да. Уже это же не первая волна. Вооруженные силы Украины это нацисты или кто? По идее нет. Так вы же с ними шли воевать. Получается, что вооруженные силы Украины тоже защищали каких-то нацистов. Эксперимент. Подписаны все бумаги, даны все разрешения. Мы вас сейчас переодеваем в вашу российскую форму, форму российской армии. Берет, эксельбанты, флаги, аббревиатуры, символики, все как вы любите. Даем деньги на поезд, и вы идете домой. Только вы подпишите сейчас нам, что никто не несет ответственность за то, что с вами случится дальше. Пойдете? Нет, я даже не знаю, куда идти. Да не, мы вас высадим рядом с вокзалом. Нет, я не... Почему? Я в чужой стране вообще. Ну что? Сели на поезды и поехали. Билет поможем купить. Нет. А как вы думаете, что с вами сделают, если вы выйдете в такой форме? В любой украинский город возле вокзала. Бьют, наверное. Вас бабушки с кошелками, этими же кошелками и запинают. Не военные, не полиция. Что военные и полиция вас просто вернут обратно в плен. А вот гражданские люди, после того, что здесь натворили российские войска, на молекулы бы вас там разобрали бы. Понятно, что это шутка. С нашей стороны. Чтобы показать россиянам, что если вы... пришли тут кого-то освобождать от кого-то, то почему тогда ваши солдаты боятся выйти в город в вашей форме? Вы же освободители, идите. Освободите здесь кого. Понимаете? Какая история? Да. Бабушек вы встретите, и женщин,
мужчин, простых гражданских, которые вас на молекулы разберут. А нацистов нет. Потому что я здесь живу 40 лет, и я их не встречал. У меня тоже где-то здесь родственники есть. И тоже у вас родственники здесь есть? Ну, у меня у тетки сестра здесь где-то живет. Есть люди с татуировочками какими-то такими подозрительными, конечно. Так они и у вас есть. И у нас на интервью они были уже. Это нацизм, это не татуировки. Нацизм – это вторгнуться в чужую страну, оправдывая это чепухой о защите кого-то от кого-то. Вы же русскоязычных здесь, вам же там Путин рассказывал, что идете тут защищать. Вы кто по национальности? Хакас. Хакас. Я вот просто сижу и думаю, вот я украинец, свободно вроде бы говорю на русском языке, не всегда правильно, но свободно владею. Чего хакас пришел защищать меня, в то время как меня никто не притеснял? Мне просто интересно. Я сам не знаю, командование отправили. Командование ваших просто хотело Украину захватить. Разве непонятно? И вот 83 человека, которые погибли там, они погибли как раз за вот эту идею захвата чужой страны. За несколько дней. За несколько дней. Больного дедушки. За мечты больного дедушки. Вот, кстати, вы сделали уточнение за несколько дней, но вы-то уже знали, что план не пролез, не прошло. Вы когда вы зашли в Украину? Мы 9-го вроде как. 9-го этого месяца. Июня. Да, июня. Да. То есть вы уже знали, что все провалилось. Вы знали, что война полноценная. Видели эти видео там в телеграмчике. Знали, что происходит? Не было, телефоны забрали, документы забрали. Ну, слушайте, ну это что, это вы издеваетесь над нами? Ну 3 месяца война уже шла. Не, я знаю, но у нас, когда приехали мы сюда. Смотрите, назад дороги уже февраль, не было. март, апрель, май. 3 месяца полноценных. И еще немножко июня. Идет война, гибнут люди, города обстреливаются, гибнут ваши солдаты. Всего этого изобилия в интернете просто. И вы хотите сказать, что вы не знали, что здесь происходит? Не, знал просто. Чего они отказались? Ну, я сюда приехал, хотел, вот там, говорит, отказников, типа, вперед, типа, назад не увозят, типа. Что с ними делать? Я не знаю, что ли вперед отправляют, так я не понял. Так у вас война не объявлена. Какие отказники, какие дезертиры, какие уголовные статьи, о чем вы вообще? У вас никого там не сажают, вы что, не владеете информацией? Не сажают за это. Потому что если бы сажали, вас бы уже некуда было бы их просто сажать. И пришлось бы показать у вас там. Не де правды діти, у нас говорят. Некуда деть правду. Что воевать у вас-то не сильно и хотят люди на самом-то деле. Потому что воевать у вас хотят только Скобеевы, Соловьевы, Симоньяны, Захаровы. А их дети где воюют, я прошу прощения? Не знаете, в каком батальоне? Что, с вами сын Скобеева нигде не воевал? Или кто у нее там нет, родила, конечно, царица в ночь? Любите поэзию? Нет, не сильно. Можете вспомнить любой стих на русском языке? Лук, море, дуб зеленый. Дальше. Аука, море, дуб зеленый, золотая цепь над битом. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Так. Идет налево. Ну я толком не помню. Пойдет. Направо песнь. Песни поет налево. Не, он не поет. Он заводит. Заводит. Да. Сказки? Направо. Налево сказки говорит. Это не важно, налево, направо. Сказки говорит, да. Там? Там чудеса, там леший бродит. Там русалка что-то на ветвях сидит. Да. Там? Там на ненавиданных дорожках что-то там. Следы? Да, не помню уже. Невиданных? Невиданных зверей. Да. Избушка там. Избушка на курьих ножках. Стоит без окон, без дверей.
Красавчик. Не, реально, уважуха. Браво. Без подготовки. Браво. Но я почему-то знал, что будет именно этот стих. Я не знаю почему. Не-не-не, это реально тебе респект, уважуха, что ты вот так без подготовки вспомнил и рассказал. Да, да, да. Да, это молодец. Проблема в том, что и я без подготовки мог бы его рассказать. Да, даже больше немножко. Но смысл в том, что мы просто не понимаем, да, почему вот вы пришли тут отстаивать какой-то русский язык, да, и, а вот мне, вот киевлянину, этот стих проще вспомнить, чем вам, россиянину. Ну, как вы поняли, я его знаю по подсказкам. Я понял. Чего же вы тут кого защищаете, от чего? Я небольшой любитель российской, там, русской поэзии, ну, пару стихов помню, да, но я пытаюсь понять. Я только так, маленько помню Сашкова, чуть-чуть. Да. Расскажите про родственницу в Украине, что она рассказывала? Общались с ней? Просила она помощь, наверное, звонила, говорила, пришлите военных, освободите нас. Нет, я через тетку только узнал. Ну, через тетку. Она говорила, что Россия нападает. Ну, он тетке говорил так, типа. А тетка говорит, она неверная, она обманывает, другая. Родственница из Украины вашей тетке говорила, что Россия нападает? Ну, с Украины, которая родственница. Ну. А эта другая тетка не верит. Ваша тетка говорит... А та другая откуда? Она с Сибири тоже, с Тюмени. Я прошу прощения. Другая тетка из Сибири, конечно, может не верить тетке, которая из Украины. А вы чью версию из них поддерживали? Очевидно, той тетке, которая из Сибири, да? Вам же там лучше известно. Ну, я с ней так-то не общался, но просто надо не говорила. Ну, а чего же вы не послушали тетку, тетку из Украины? Она здесь только лет 10 уже живет где-то. Ну, а чего же вы ее не послушали? Ну, она со мной не общалась. Может, позвоним ей? Я даже данных ее не знаю. Не знаете? Я понял. Очень жаль. Дело в том, что я сам звонил родственникам в Россию, в Пермь. Угу. Говорил, вы тут бомбите город. Как раз тогда интенсивно все бомбилось. Мне говорили, потерпи. Мы тебя освободим. Мы вас освободим. И люди нам это рассказывали, когда мы были там. В Харькове, например. В Харькове были люди. Люди звонят за 50 километров. Родственник звонит родственнику. Говорит, нас бомбят. Тот говорит, потерпи, мы вас сейчас освободим. От чего вы нас хотите освободить? Мы понять не можем. Я теперь сам понять не могу. От кино на украинском языке вы нас хотите освободить? Или от обслуживания на украинском? Вам сильно там не понравилось? Вы с какой страной граничите ваш край? Мой? Да. Там с Монголией. С Монголией. Монголия, да. Да. Там недалеко. В Монголии есть русские люди? Я не знаю. Я думаю, есть. Живут. Им там можно ходить в кинотеатр, смотреть кино на русском языке? Или учиться на русском языке? Или в магазине обслуживаться на русском языке? Наверное, нет. Таких притесняют, получается. Идите в Монголию, защитите русских. А в Украине русские вас не просили, не звали сюда вас. Вы где были, скажите, в каком населенном пункте в Украине? В Изюме и потом в лес. Город Изюм. Город Изюм. Там дали патрон. Ну, это просто Харьковская область, понимаете? Харьковская область. Потом отправили в лес. Где вы видели, чтобы с Харьковской области или с Харькова вас люди звали им помочь в чем-то? Ну, нас не останавливали нигде. Я имею в виду, напрямую привезли куда-то. Ну, понятно, да. Куда смогли, туда и привезли. Ну, так, с Урала везли, издалека видел, что там люди ходили, гражданские. Вы были за границей вообще? За границей? Да. Был. Где? Раньше. Где? Я когда по контракту служил на корабле. Долго служили? 3 года служил раньше. Были в разных странах? Да, в Индии был, в Китае, во Вьетнаме был, в Индонезии. В Сингапуре. Ого! И ну, уникальный случай. Вы реально первый. Как там люди живут? Нормально? Сингапуре понравилось. Ну и еще бы. Там
Там у них развито все хорошо. Так же, как в России, да? Нет, намного. Россию на лет 20, наверное, опережает по развитию. Я думаю, на 50. Это сложно посчитать. Да. Это сложно посчитать, это должны экономисты всякие там делать. Но смысл... А как турист были где-то? Как турист не был нигде. А почему Россия так не живет хорошо, как Сингапур? Не могу знать. У нас республика бедная живет. Почему? Хотя есть шахты, не одна шахта, всякие разные. И леса, и все есть. Не знаю. Леса вырубываются у вас? Да. Куда везут? Только в Китай, еще куда-нибудь. В Китай? Это у вас в аренду сдают? Это как раз земли у вас в аренду Китаю сдают? Не, они лес у нас берут и в Китай вывозят. Не, они без аренды. Просто тупо быка. Хотя я не знаю точно, как это происходит. А деньги за лес вам же отдают, наверное? Ну, дают кому-то, кто там этим делом занимается. А шахты какие у вас? Уголь? Уголь и всякие. И там есть у нас недалеко, в Красноярском крае, Норильский никель там добывает. Угу. О, тоже да, круто. Нефти, газа нету, да? Не добывают. Нефть не видел. Ну, где-то подальше там. Газ тоже где-то у нас там нету. Подальше где-то. А так сама республика бедная. Так и до сих пор автобус старый ездит. Все это старое. Это дороги хорошие у вас? Нет, дороги по городу нет. Так, местами нормальные. Я сейчас пытаюсь понять. Лес у вас выкашивают, вывозят в Китай. Китайцы платят, очевидно, неплохие деньги за этот лес. Но. Шахты есть, никель там, все такое прочее. А среднестатистический гражданин, вот дороги плохие почему-то. Как я понимаю с ваших слов, газ у всех есть подведен? Газ, ну не у всех, кто-то на дровах. Я вот на дровах дома топлюсь. Не на дровах дома топитесь. А туалет у вас где находится? На улице. На улице. Унитаз есть у вас? Нету. Нет унитаза. Ну, то есть, эта история, они не придуманные, да, то есть, и еще раз говорю, вроде лес у вас выкашивают, вроде вывозят в Китай, вроде шахты, вроде никель, а люди некоторые на дровах сидят, топятся. И вы не самый бедный, я так понимаю, человек, раз вы и на корабле служили и все такое. Ну, да. Ну, да. Там еще беднее есть. Я представляю, как еще беднее живут. Мы почему вот этот вопрос там с унитазом и туалетом, не подумайте, что мы хотим оскорбить или там как-то преподнести. Просто у нас есть очень много видео, где ваши военные крадут унитазы. Прямо на машинах вывозят из Украины унитазы. Вы, я думаю, тоже это слышали и знаете. Ну, я услышал, когда сюда везли, там, когда говорили там. Ну, это не байка и не прикол, это достоверные факты, когда наши разбивают вашу технику, там привязанные микроволновки, унитазы. Как еще раз ваш город? Республика Хакасия. Абакан. Абакан. Не, я хочу расстояние просто посмотреть. Абакан. Абакан, Киев. Ну, так беру. А, ты знаешь, это уже ближе. Это уже ближе. Ехать недолго. Всего лишь 65 часов и всего лишь 5000 километров. Человек приехал в Украину за 5000 километров. Не русский. Ну национальность. Не русский. Ну, он россиянин, но не русский. Ну, да. Ну, хакас. Хакас. Да. Дома у человека туалета нет, топится он дровами. Республика у них бедная. Но он зачем-то приехал в Украину, вот чтобы что? Нацистов каких-то уничтожать, например? Нет, я где служу, в части на острове. Нас отправили там оттуда. Роту собрали и отправили. А остров у вас? Курильские острова и Туруп. А остров у вас и Туруп. На японском? А это 7000 километров. Это еще дальше. Да. 7796 километров, но это до... Покажи, только не забудь фокус навести на телефоне, когда будешь это самое показывать. Просто, ну кто не видел еще, вот это ребята из этого острова прибыли. И обращаюсь к японцам еще раз, буду каждый раз это делать с каждым из них. Ребят, остров Фитуруп, у вас есть обоснованные претензии на этот остров.
Поэтому я вам хочу сказать, что остров свободен. Вот ребята, они все здесь в Украине. Так что едьте, забирайте остров Витуруп. Канишуа. Это не отсюда. Канишуа это по-японски. Так я не помню, что именно. Это то ли здрасте, то ли... Если он что-то сказал не то, он потом... Не, это что-то хорошее в любом случае. А, ну да. Вы знаете, ребят, что вот смотрите, все российские солдаты вот, здесь находятся. Подожди, человек на японском. Не, на японском я не знаю. Я в Японии не был. А на каком? На монгольском, знаете? Не, монгольском. А какой национальный язык у вас? Хакасский. А скажите на хакасском, передаю привет. Ты хочешь сказать сейчас хакасчанам, да? Я просто, я, ну, как бы... Сограждан. Жителям Хакаси. Можете передать на своем языке привет? Или вы его забыли? Из Энеры. Вы знаете, где мы находимся? Тут как-то коротко. Ну, это... Здравствуйте. Вы знаете город, в котором мы находимся сейчас? Ну, да. Да. Ну, придется вырезать. Просто я хотел... Я просто не понял, к чему ты спрашиваешь? Если бы он не знал, то мы бы сказали, поговори и обратись к себе. Мы бы знали, что он не скажет, где мы. Сложная конструкция. Я тебе, знаешь, скажу даже, если вот, даже вот сейчас все узнают, вплоть до Путину папку принесут, где находится этот человек, это в этой вселенной вообще ничего не изменит. Даже эффекта бабочки не будет. Ну, а тем более человек не хочет уходить. Поэтому, да. Куда не хочет уходить? А, домой не хотите идти, да, мы же предлагали вам домой идти. Ну, в общем, мы уже прослушали вашу историю, как вас туда завезли, оставили, потом вы отстреливались, потом вы попали в плен. Да. Вы в подвале были, да? В подвале, да. Сколько раз вы стреляли? Несколько раз стрелял. В украинских военных? Да я даже не видел. Стрелял, у меня стреляли, стрельнул, потом гранату кинули, мне ноги осколками пошли, и в подвал меня завели. Вы, ранение было у вас? Да, осколочное. Вам предоставили медицинскую помощь? Я сидел так. У нас не было ничего. Потом, здесь уже, после того, как вас взяли в плен? Здесь, да. Это нацисты так делают? Нет, никак нет. Ну вот, вот мы что ж понять не можем. У нас там ничего не было, чтобы сделать. Жгут только балдобинт, больше ничего. Ну, да, ну, а вторая армия мира соответствующее оснащение. А у вас же аптечка должна быть у каждого? Да, каждый. Или это у каждого? Там и есть жгут и бинт. Жгут, бинт и таблетка, которая воду очищает. И этот, как вот, промедол, или как называется? Ну, от боли. От боли. И все, больше ничего нет? Нормально, что еще надо? Ничего нет. Что тебе еще надо? Тебе ничего не надо? Жгут, я понимаю... Да. Как вам вообще эта вся война, вся эта история? Да, уже ничего не хочу. Хочу домой вернуться к семье своей. Мы, знаете, для чего эти интервью делаем? Для чего? Для того, чтобы другие пацаны, которые там ваши, парни, ребята, которых сейчас вот отправляют, ну, в Украину, то есть, или они там подписывают какие-то там контракты странные, договора, как вы подписывали, да, чтобы они послушали и сделали свои выводы. Может, им не надо сюда ехать. Соответственно, если вы донесете до них эту мысль, то вы можете кому-то спасти жизнь, если он сюда не поедет. Он не погибнет и здесь никого не убьет. Хорошее дело можете сделать. Можете обратиться, вот. Сказать об этом. Как сказать? Парни, так своими словами. Вообще. Как хотите. Парни, не надо сюда ехать. Живите своими семьями дома. Счастливо. Вы еще, в принципе, мы почти все. Да. Вы в армию пошли служить по какой причине? Какова гражданская профессия? Гражданская, строитель. А так хотел на шахту идти. Чего не пошли? Решили в армию. Ну, я что на корабле служил, пошел в армию служить на остров. Служил, спокойно служил. Семью, правда, не забрал. Семья там осталась? В Хакасе, но там жена, ребенок. Может, жене давайте позвоним, если номер знаете.
номер, последние цифры не помню. Одну последнюю не помню? Не, последнюю, это середину только помню. Ну, много вариантов. Короче, я не знаю, как правильно все-таки. Коничива, коничуа, коничива. Но это добрый день. Добрый день, браты японцы. Айда на ютуруб. Кони... Казаки. Коничуа. Да. Коничуа. Как думаете, жители Итурупа сильно бы расстроились, если бы японцы завтра захватили этот остров? Я не знаю. Хорошо они там живут? Живут, которые давно люди там нормально. Я-то в казарме жил. Да не, я имею в виду местные жители. А тоже местные? Там дороги хорошие. А местные у них нормально живут они. Газ везде у всех есть, электричество все есть. Ну, вроде нормально живут. Дороги хорошие у всех. Ну, в городе там у них нормальная дорога. Понятно. Ну, просто думаем, что если бы туалеты у всех свои, да, ну, условия есть, ванна, туалет у всех там в домах, квартирах. Да, да, наверное. Я не, там ну, газа же там нету, как на острове газ может быть. Я не знаю, как на острове газ может быть. Предыдущие перед ним оба говорили, что газа там нет. Да, а? Да там что-то есть, какие-то, какой-то завод есть там. Ну, наподобие. В общем, какая разница? Что-то хотите? Я думаю, что на этом острове очень сильно притесняют права японоязычных. Я в этом уверен. Я даже не знаю, что говорить уже все. Я просто... А что такое русский мир? Ну ты, понимаешь, ну ты хоть бы у русского спрашивал, что такое не, русский ну, мир. Уже... Какое отношение Хакас имеет к русскому миру? Что он тебе расскажет? Хорошо, ладно, может я не прав. Расскажите, пожалуйста, что такое русский мир? Он же пришел с русским флагом. Да, российским. Российским. Ты сам путаешься в этих понятиях. Да. Это очень важно не путаться в этих понятиях. Потому что с этого обобщения нацизм начинается. Вот мы русские, у нас все русские, хакасы русские, буряты русские, чечены русские, татары русские. Ни хрена они не русские. Не русские. Да. Поэтому надо очень четко разделить. И здесь они идут русских защищать. И здесь у них тоже все русские, понимаешь? Поэтому я вот. Спросил, что поэтому такое русский российский мир? Флаг у них. А он хакас. А что такое русский мир, он тебе сейчас расскажет, я уверен. Ну как, он подобен. Русский мир, не знаю, многонациональная страна у нас. Даже не знаю, наподобие какой вопрос. Ну вы по всем телевизорам у себя крутите русский мир, защищаем русский мир, несем всем русский мир. Это обобщенный термин. По телевизору, да, там говорят там. Я в это сильно про него. Да, я же не политик. Да. Путина уважаете? После такого нет. Мне все будет. Что такое работаете, братья? Я не знаю. Что такое своих не бросаем? Ну, такое, типа, не пословица, как сказать. Слоган. Слоган, но своих не бросаем. Да. Вы знали такой слоган в российской армии? Да, знал. Работает? Нет, нас там оставили в этой деревне. Так. И никто не пришел. Своих бросаем? Бросили нас там. Снято. Снято. Спасибо вам за ваш скупой, но содержательный комментарий. Сигарету дать еще с собой? Разрешите? Разрешите. А он не фашист, он если спрашивает, то он дает. Как? Или ты нацист? Не знаю, у них же все нацисты. То, что ты бандеровец, это понятно. Лукоморья, дуб зеленый. А вы говорили бандеровцы. Что такое бандеровцы? Вы знаете бандеровцы? Там даже не знаю. Просто... Мы вот бандеровцы с ним. Сидим, Бандера, думаю, за что вы нас так не любите вообще? Не понять не можем. Мы вон Пушкина читаем. Пушка любительные Бандеры. Да. Пушка. Все. Все, пакета. Коничуа. Коничуа? Да. Владимир, как вам? Хакас. Я считаю, что это хорошо, потому что вот те республики должны больше смотреть тоже, вот, крайние, да. Они же специально, они же думают, как, мы сейчас вот, хакаса этого возьмем, надурим, что он там понимает, да, отправим в Украину. Он здесь погибнет, так никто ничего не узнает. А тут раз хакас у нас на интервью, и вся Хакасия может посмотреть и сделать выводы свои. Неплохо, я думаю. Ну такой неразговорчивый. Так понятно, я думаю, что любой из них понимает, что он именно такой и будет. Разговор. Хотя, может другой будет разговор. Доктор, фельдшер. Как фельдшер, он доктор? Фельдшер, который... он
Да, он такой нормальный, этот фельдшер, мне понравился. Ну, он под впечатлением. Ну, первый, который вот в наколках был, вот этих наколках, этих татуировках якудзы, такой. Что там? Я вообще не понимаю, зачем он соглашается разговаривать, если он не хочет разговаривать. Это то же самое. Я с вами поговорю, я не понимаю его мотивацию, потому что даже домой звонить не хочет. Мы вроде как таксофоны обычно, да? И мы понимаем, что, о, привет, ребята, это таксофон, да, здравствуйте. Хорошо, давайте с вами поговорю, только домой позвонить. А знаешь, почему, наверное, эти даже домой не хочет звонить? Потому что они уже третья волна, да? И шел он осознанно, шел за бабки. А, видимо, в семье ему говорили, не иди, как нам уже рассказывали. Да, многие. Что мамы там по телефону жены, мы тебе говорили, что так и будет. Ему сейчас стыдно звонить. Возможно. Так как рабочая версия. Возможно. Хотя по второму поэтому, который фельдшер, я бы не сказал, он, мне кажется. А там же ж о ком-то из них нам говорили, что это не из благополучной семьи, там папа пьет, мама пьет. Это с него. Ну он это, я же два раза... А он говорил? А нет, я два раза его подбивал там. Выпивают. И он типа, да нет, не выпивают. Ладно, это такое, это их личные дела. Ты не выключил всю запись? Нет. Ну пойди выключи. Мне просто много обходить. Я старший бандеровец, а ты младший бандеровец. Так что... Хорошо, а я как младший бандеровец говорю тебе, пойди выключи запись. Старший бандеровец. А слово? Будь ласка. То-то. Батько наш Бандера, Украина мать.